Новозеландская криптобиржа Cryptopia сообщила о закрытии своего банковского счета, который обслуживал операции с токенизированным новозеландским долларом NZDT. Счет использовался трейдерами для торговли в парах к доллару NZDT и фиатной торговли. Cryptopia уточняет, что уведомление является мерой предосторожности и надеется, что сможет разрешить ситуацию либо с текущим банком, либо с альтернативным, чтобы клиенты могли продолжать торговлю с использованием NZDT. «Мы сосредоточены на обеспечении прочных и открытых отношений с банковскими провайдерами, чтобы это не повторилось в будущем», говорится в сообщении.